Привет всем, с вами Александр и рубрика «Бодров цветовод». У меня сегодня неожиданная новость. Пришла посылка из интернет-магазина «Роза сад». Посылка была выслана 29 апреля. Причем я не получил трек-номер, я случайно узнал, позвонив с ДЭК, этот трек-номер. Вот, забрал только вчера, получается, это 6 мая. То есть целую неделю практически посылка была в пути. Я подозреваю, что там сухарики, но давайте вместе посмотрим и вскроем, что Роза Сад в итоге все-таки нам прислали. Так. Так, есть накладная. 4 розы. Пастелла, Розенфасцинация, Леонардо да Винчи и Роза Эшли. Ну что я уже вижу? Вижу сухарик. Абсолютно сухое. Вот эта одна ветка. Совсем сухая. Вот здесь почерневшая вся. А, нет, не почерневшая, она загорелая. Но она та же высушенная. Есть одна пучка. Такая тоже высушенная. Вот так вот упакована корневая система. Это роза Эшли. Идем дальше. Дальше идет роза Пастелла. Кстати, почка живая. Попозже я скрою корни. Дальше идет роза Леонардо да Винчи. Ну, понятно, опять же, саженцы, побеги сухие. Здесь ни одной почки нет. Пробудившейся. Посмотрим, что будет в корнях. И, о, тоже живая роза, Розенфасцинация. У основания, прям от прививки идет почка живая. Это радует, потому что на побегах, нет, есть одна почечка. Хотя, вот. Сейчас посмотрим, что у нас здесь с корневой системой. Я не буду скрывать все, я скрою одну. И по одной, я думаю, уже будет более-менее понятно, что здесь происходит. Итак, друзья, что я здесь вижу? Ну, субстрат еще не совсем сухой, это уже радует. Есть даже подобие всасывающих корешков. Правда, да, всасывающие уже есть. Так. В целом, я думаю, корневая система жизнеспособная. Ну, то есть уже радует, что не обрубок. Вот, и присутствуют всасывающие корешки. Конечно, корешки уже пересушенные, придется сейчас замочить их на сутки, эти саженцы. В целом, на самом деле, друзья, более-менее. То есть, смотрите, розы пришли, это уже хорошо, то есть нас, как сказать, не обманули на 100%. Будем ждать, что это будут за цветы, потому что я сейчас очень сильно сомневаюсь, что эти цветы, саженцы, соответствуют сорту. Это будет прям интересный эксперимент, но я думаю, уже к концу июня будет все ясно. Поэтому оставайтесь на связи. Роза Сад рулит.
все внимательно наблюдаем, что из наших саженцев сейчас будет расти и какие цветы в итоге вырастут. Пока-пока!